What is the best way to predict your future? At Atlantic Technological University Sligo, we can help you create it. Take the next step forward and choose from over 150 part-time online courses. Be empowered to create, change, and build your future. Work hard and thrive with a flexible learning experience designed to suit you. Expand your mind, your options, and your career. Make your future happen with online and flexible learning at ATU Sligo. Apply now at atu.ie/sligoonline. Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой. Доброе утро, друзья! Снова с вами HR-блог Анны Несмеевой. И сегодня мы с вами будем говорить про зеленую повестку. Для того, чтобы записать этот выпуск, в это чудесное солнечное утро я специально пошла в лес. И сейчас, возможно, на записи вы слышите, как вокруг меня поют. Ну, здесь как минимум сойки, а также дрозды и еще какие-то неведомые мне зеленые птички. И уверяю вас, еще есть море комаров. Экология просто расцвела и бушует, пока мы с вами сидели на карантине. Ну, а если серьезно, то прошедшие 2 года позволили и людям, и компаниям совсем по-другому взглянуть на ESG-повестку. Или на КСО, как называют ее в нашей стране. Мне кажется, что сегодня зеленые проекты, экология и все, что дает нам возможность быть ближе к природе и сделать для нее что-то ценное, это мега-мега важно и актуально. Давайте поговорим, что же мы с вами можем, должны или хотим сделать этим летом. Мне кажется, перво-наперво стоит подумать, не пора ли вам вместе с вашими друзьями и коллегами отправиться за город, ну или на худой конец в ближайший сквер, парк или, может быть, даже зоопарк для того, чтобы принести какую-то простую и практическую пользу нашим зеленым друзьям. Это то минимальное усилие, которое вы можете сделать. Всегда можно поставить контейнеры для сбора перерабатываемых отходов или, например, батареек у вас в офисе, предложить людям воспользоваться вместо пластиковой посуды многоразовой или бумажными стаканчиками. Ну и, конечно же, если мы хотим чего-то большего, я рекомендую вам примыкать и присоединяться к различным экопроектам, которые в нашей стране ведет огромное количество и российских, и международных компаний. Вы можете чистить берега рек, вы можете восстанавливать деревья, участвовать в субботниках, помогая очищать пригородные лесопарки. Вы можете участвовать в таком трогательном проекте, как выращивание желудей и восстановление популяции дубовых лесов России. Да и в конце концов много-много всего другого. Экопроекты целительно сказываются на душе. Потому что, с одной стороны, мы делаем что-то очень важное, очень приятное, очень полезное, а с другой стороны, все-таки, ну, мы не сталкиваемся с такими печальными, страшными, дискомфортными сторонами нашей действительности, как во многих других социальных проектах, когда мы работаем с неблагополучными слоями общества. Цинично? Да. Но, тем не менее, экология – это и полезно, и приятно, и здорово. Ну, а в дальнейшем, поскольку лето рано или поздно закончится, как нам не хотелось бы в это верить, я рекомендую вам подумать, как мы можем интегрировать зеленую повестку, зеленую историю на долгую в нашу систему корпоративной социальной ответственности или ESG.
Мне кажется, что здесь пространство для выбора достаточно большое. Это может быть как длительное сотрудничество с той или иной организацией, ведущей такие проекты, так и поддержка тех начинаний, которые могут придумать, породить, создать ваши сотрудники. Буквально недавно вот одной из студенток нашего курса менеджер по внутренним коммуникациям, я получила замечательный отзыв о компании IBS, где она сегодня проходит стажировку. Спойлер, друзья мои, студенты наших курсов проходят стажировки в очень хороших компаниях. Итак, мне было сказано, что в компании есть замечательный проект. Это «Зимний сад». И не просто деревья и цветы в горшках, а то место, которое с помощью краудфандинга было разработано, придумано и сделано самими сотрудниками, чтобы они могли разгрузить себя и могли, с одной стороны, пообщаться с зелеными друзьями, а с другой стороны, самостоятельно своими руками что-то создать. А ведь это так приятно – повозиться с цветочками. И действительно, сегодня зеленый сад в главном офисе IBS выглядит совершенно замечательно. А на стеклянной двери при входе в нем выгравированы портреты тех людей, которые больше всего вложили сил, времени, средств и продолжают вкладывать в этот проект. Так что они навсегда будут рядом. Подумайте об этом. Ну, а я сегодня с вами на этом прощаюсь и спешу выбраться из леса, потому что после вчерашнего дождя комары тут просто летуют. На следующей неделе услышимся. Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой. Простые и практические решения для внутренних коммуникаций с Анной Несмеевой. Слушайте ежедневно по будням на площадках Яндекс.Музыка, Кастбокс, Apple Podcast или SoundCloud. Словом, там, где вам удобно. Обещаем, вы не пропустите самого главного. Где вам удобно. Где вам удобно. With GadgetInsurance.com, you can stay protected and connected with family and friends. They offer cover for several phone brands and models, including the latest iPhone 13, from only $7.99 a month. Get cover for accidental damage, liquid damage, and theft now. Accidental loss cover is also available on selected gadgets. What's more, cover is valid when you're traveling abroad. Visit GadgetInsurance.com today, scoring excellent with over 2,000 customer reviews. Online price based on iPhone 13, 128 gigs under 12 months old. Worldwide cover up to 180 days, excess €75. Blue Insurance Limited, trading as GadgetInsurance.com, is regulated by the Central Bank of Ireland.